Мумитролли, дети и волшебная шляпа. Мумитролли – это такие существа, которые очень добрые. Они живут в лесах, в сказочной стране. Зимой мумитролли обычно спят. Чтобы им лучше спалось, муми-мама кормит их осенью еловыми иголками. Они не спят так всю зиму. Они живут в сказочной долине. Мумитролли живут в муми-доме. Их домик уютный и теплый. Они рады всем гостям. У них есть друзья. И у них очень большая семья. Они очень смешные, и с их семейством все время что-нибудь случается. Когда наступает весна, все мумитролли просыпаются и находят много разных чудес. Однажды кукушка принесла весну. Ку-ку, ку-ку, весна пришла. А где же мой смумрик? Наверное, он уже проснулся. Пойду я его искать. Привет, смумрик. Ку-ку, 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 весна пришла, просыпайтесь. Как же хорошо, когда уже пришла весна. Однажды волшебник потерял свою шляпу. Она упала в сугроб. А когда пришла весна, снег растаял, и шляпа поплыла. Смотри, может, отнесем ее маме и папе? Маме и папа, смотри, какую шляпу мы нашли. Померяй. Шляпа. Ну как? Мне идет? По-моему, без этой шляпы ты гораздо солиднее. Ага, ага. Пожалуй, ты права. Дети, завтракайте и идите гулять. Хорошо, мами-мама. Только выбросите за собой мусор. А яичные шкарлупки в волшебной шляпе превратились в тучки. Привет, ёжик. Ау, мумитролль, ты где? Привет, Фрекенснор, это тебе. Ой, спасибо. Ой, что это? Да это же тучки. Эхэхэй. Как мягко, как здорово. Мама, смотри, я летаю на облаке. Будьте аккуратнее, дети. Ура, мы летим, как здорово. Это очень весело. Ура! Мы летаем! У-ху! Вау, как красиво! Так, так, так. Сейчас я тебя поймаю. Оп! Шляпа сла. Хорошая сла. Берем сло. Тяни сло. Была ягодка сла, а стала рубин сла. Ура сла, ура сла, ура сла. Ой сло, вор сло, бежим сло. Отдайте мне рубин. Сейчас ты точно у меня в сачок попадешь. Ага, попалась. Ой, помогите! А-а-а, мелюзга, разбегайся! Что за шляпа на пути? Так. Это еще кто такие?
так. Глупая шляпа. Ой, что такое? Шляпа какая. Помогите, спасите. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Интересно, что же стало с волшебной шляпой? Мумитролль – это главный персонаж. Мумитролль веселый, дружелюбный, позитивный. Фрекенснорк – это подружка Мумитролля, и они очень вместе любят друг друга. Сниф – это один из друзей Мумитролля. Он очень веселый, позитивный. Он понравился мне больше всех. Муми-папа любит побыть в одиночестве, и он больше думает о себе. Ну, вообще, он хороший папа. Муми-мама довольно веселая и очень заботливая. Еще она печет очень вкусные оладьи и кормит всех-всех-всех в Муми-долине. Снорк – это самый лучший друг Муми-тролля. Он белого цвета, он очень похож на Муми-тролля. И он брат Фрекенснорк. Хемуль – это профессор. Он добрый, он любит гоняться за бабочками и собирать марки. Туфсла и Вифсла – сестрички такие веселые. Еще они любят тащить что-нибудь красивое. Малышка Мю – она такая разбойница и хочет всем напакостить и подшутить. Андатор – это болотная крыса. Он философ. Он вечно недоволен. Морж – это страшное существо. Когда она приходит, все вокруг покрывается льдом. Снус Мумбрик – это лучший друг Мумитролля. Он еще любит играть на губной гармошке и любит ходить в одинокие путешествия.